5 спортивных площадок, 3 акушерских пункта и новую молочную ферму построили в этом году в Красноармейском районе. Благоустройство и инвестиции – все в комплексе удалось реализовать благодаря региональной программе устойчивого развития сельских территорий. Помог и федеральный бюджет на социальную сферу АПК. Самарская область в этом году привлекла колоссальные средства – свыше 1 000 000 000 рублей. Участвуют в программе все районы. О положительных примерах Сергей Павлов. Коровы, корма, помещения – обычная на первый взгляд картина. Сравнить с прошлым годом изменения разительные. Все базы прошли реконструкцию. Дойное стадо выросло в 2 раза. Появился и новый объект – доильный зал. Просторно и, главное, комфортно. Резиновые полы и комнаты для персонала, молочный блок, где тепло постоянно поддерживают инфракрасные лампы. В планах строительство зернохранилищ и ввод орошения. Инвестор пришел в Арсентьевку всерьез и надолго. Вкладывает, строит жилье. Отдача, рентабельное молоко и господдержка. За 2 года более 20 миллионов рублей в виде различных субсидий. Мы просто приходим к тому, что нужно экологически чисто все было. Свое мясо было, свое молоко было. Если в дальнейшем, может, свою молочку построим, сами будем производить молоко, кефир, сметану. Инвестиции и благоустройство на селе – стороны одной медали. Создавать современное производство без комфортной среды обитания сейчас вряд ли кто решится. Поэтому изменение облика или фасада глубинки – задача для государства номер один. Ее воплощение – программа устойчивого развития сельских территорий. Это и прокладка газа и воды, строительство нового жилья и даже спортплощадок, о которых, кстати, здешние школьники мечтали несколько лет. Свершилось. В поселке Кировский появился современный корт. Теперь будет и поле, и мы нормально будем заниматься, и хоккеем. То есть у нас не было возможности вот залить и хоккеем заниматься. Ездили в район. Еще одна универсальная спортплощадка открылась в поселке Чапаевский. Здесь ждать не стали. Залили лед и устроили первую хоккейную тренировку. Вдобавок к площадке школьников снабдили инвентарем и формой. Вложение в молодежь, в социальную сферу, считают эксперты, это надежная инвестиция в будущее. Средств, выделенных на устойчивое развитие сельских территорий, с каждым годом все больше. Это, конечно, заслуга губернатора, потому что он умеет решать вопросы по привлечению федеральных средств. В следующем году программа расширит спектр мероприятий. Аграрное ведомство станет курировать строительство малокомплектных сельских школ. Сергей Павлов, Дмитрий Столяров, Новости губернии, Красноармейский район.